Нам нужен план. Я постараюсь отвлечь стражу, а вы проберетесь внутрь. Да? О! Ради вас, Иви. Безусловно. Что ж, я найду того, кто знает, где хранятся бумаги. И встретимся в поезде. Осторожней. Опять будем играть в стелса. Да, миссия-то стелсовая. Ого, сколько вас тут. А, поручите Генри отвлечь внимание противника. Найдите документы. Ну, давай, прыгай. Прыгай, моя принцесска, как говорится. Ха, что такое? Блин, он запалит тот. Он даже не заметил. Так надо их потихоньку убивать. А почему он стоит? Как с ним взаимодействовать, непонятно пока что. Так, сейчас он отвернется тот. Ага. Проверю, что это там за шум. Блин. Тебя тут не найдут. О, даже не запалил. Слушайте, как хорошо-то. Иди сюда, мой маленький. Кто-то тут притаился. Лысый ты мой зэк. Вообще замечательно. Так, ну а тот ушел. Тихо, открывайся. Не они. Не они. Так, там еще стоят. Ну, сейчас этот придет, мы его кокнем, естественно. Ей сюда нельзя. Ай, да что ж такое ты будешь делать, мразь? Зачем она спалила? Не, надо... О, хорошо. Надо просто валить. По-добру, по-здорову. Все, вы меня не видите. Ого. А какого он хрена не убил? Сразу ее, с первого раза. Не отступаем. Я не понимаю, какого хрена не убила. Это как-то странно. Чуть не сдохли. Так, убегаем нафиг. Хотя бы вот сюда вот. Ого, как он спрятался, а? Нифига себе. Я бы его... О, так идут. Даже не думай, что победишь тамплиера. Так, ты один, мой маленький, тут? Ты один, нет? Ну так давайте тогда вспырю. Да, блин, ты рот бы закрыл свой. Паршивый, а? Ух
ты тварь мелкий, а. Сейчас тот услышит. У тебя нет шанса. Да она убить его не может. О, да. Сейчас начнется. Ты что, дурак? Какие посторонние? Где ты их видишь? Ну все, это край. Так, давайте побазарим с этим чувачком. Эй, блин. С первого раза у нас не получилось, давайте еще раз. План. Даете сигнал, я отвлекаю стражников, кидаю дымовую бомбу и скрываюсь. Здесь! И пока они заняты, в дело вступаю я. Начнем? Я справлюсь. Так, мразь там нас уже запалила. Полезно-то, стой, спокойно. Мы уже вообще за пределы даже вышли. Давай, поднимайся. Так. Ой-ой-ой-ой. О, тут можно войти? Ну-ка. Точка подхода. Ну пошли. Точка подхода. Так, я вижу. Этого мы убиваем. Еще точка подхода внизу. Нет никого. Давай, открывай. Ничего. Ничего. Так, окей. Так, они там... Давайте еще смотреть. Здесь нету? Еще ниже? Хотя мы там вроде были. Ой, котик. 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 Ладно. Знаю, где-то у нас были галлюциногенные дротики. Что-то как-то не очень-то. Как-то не очень она хочет. Так, давай прыгаем туда, вон. Где эти ящики? Тут есть окно, нет? Так, окна я тут не вижу. Или все-таки где-то... А, вон окно, я вижу окно. Ха! Так, давайте попробуем. Нет никого? Тогда заходи. Так, вижу я ящик. Охренеть! Я его чуть заметил! Последнюю секунду, ребят, это пипец какой-то.
Давай, только здесь. Нет. Ты ублюдочная. Тоже нет. Ты пойдешь, нет? Кто запалил? Черт возьми. Давай, кидай свою дымовуху. Кидай! Черт возьми, мы с вами не успели ни хрена сделать. Ладно. Пока что побудем здесь. Надо взять метательные ножи. Так, эти идиоты внизу. Ага, вон он. Так, ну походу прошло все, да? Но нам показано зелененьким там. Ну-ка, давайте сходим туда. Неужели она там находится? Да, вон ящик стоит. Ни хрена себе их там. Вот стоит. И вон. Так, слава богу. Получилось. Так, давайте быстрее убьем его. Так, есть. Очень хорошо. Ну, нам что-то показано в дом. Где тут окошечко? Где тут окно? Тут нет. Так. Угу. Блин, вот эти отвлекания, конечно, они... Пипец как... Надо убить вот этого хмыря, мы не убьем с одной. У нас три еще штуки осталось. Ну что, попробуем? Давайте попробуем. Отвлечь. Говорится, была не была. Блин, тяжелая миссия на самом деле. Ну, готовы к нападению? Заткнись или схлопочешь. Ты у меня замолчишь. Туда! Боже мой. Он идиот. Так, открыли, открыли. Не Аня, видно, все же придется спросить. Похитите одного из тамплиеров. Черт возьми, мы даже не нашли. Так, ну слава богу, что сохранилось, потому что это просто невыносимо было бы. Давайте прыгать. Ты не уйдешь на своих ногах! У нас посторонний! Понял. Посторонний! Посторонний! Поймаю! Потерется или как? Вижу! Вижу ее! Убегаем. Мисс.
Ну как, я сбежал? Сбежал. Давайте сейчас попробуем похитить. Меня таким не напугаешь. Даже не думай, что победишь тамплиера. Блин, он сюда идет. Если он сюда идет, он, значит, полный придурок. Ты полный дебил, слышишь? Ты полный дебил. Уйди отсюда. Уйди. Наконец-то идиот. Лучше посмотрю, что там. Я... Что за он? Человек вроде вас. Стража его увела. Генри, украденные планы, где они? Планы, задача. Так, все-таки мы выполнили, хотя мы ни хрена не похитили. Найдите Генри. Так, слава богу. Ужасно просто сложная миссия. Расследуйте исчезновение Генри. Эй, вы же дети Клары. Мистер Генри схвачен. Мы не справились. Но одного я укусил. Они были в красном экипаже. Но они рядом. Одно колесо держалось на честном слове. Вон, даже по следам видно. Так и найдете. Конечно, видно. Расследуйте исчезновение и идите по следам кареты похитителя. Вижу уже запчасти, что он потерял. Точнее, позбивал, наверное. Так, а их, в принципе, так даже видно, видите? Темные. Тут уже... По каким мы шли? Ага, по вот этим вот. Тогда вот так бежим. Вылетела с дороги. Они гнали во всю прыть. Ни хрена еще не вылетела. И видишь, я бегу. Значит, не вылетела. Дорогу, мрази. О, да тут. Опять разбила. А вот и первое происшествие. И даже людей сбивали. Тихо, 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 не надо и меня палить. И ломали имущество города. Да, я на верном пути. Ни хрена себе. Прям как я еду. Прям как я управляю. То же самое, туда-сюда. Тихо, ты не пали меня! Не нужно это тебе делать, не нужно. Тот самый экипаж нашла. Теперь за Генри. Убейте стражи при помощи всяких бочек. Висящих бочек. Висящие бочки? Нам надо побазарить. Ну-ка. Насчет экипажа ничего не скажу. Но сегодня тут творились странные вещи. Шныряли всякие подозрительные типы. И все сразу. Так. Ах ты тварь-то, а. Она у меня на мушке. Беги-беги. Тихо, надо чуть-чуть свалить надо. У нас проблема.
Чуть-чуть свалить. А дети висящие бочки, я что-то не вижу их. Так, тот идиот бежит к нам. А, у нас посетитель. Здесь да ты это что чертова ты. Девица Фрай. Сейчас я тебе покажу Фрай. Блин, и сзади, да, спалили? Чертов седьмой уровень. Надо убегать. Вернитесь, мисс. Пока. Да, ублюдочная, конечно. Так, мы на него не можем спрыгнуть, чтобы убить. Хотя это было бы просто найсово, но... Поднимается, что ли? Ага, вон где. Еще раз она не уйдет. Надо его столкнуть. Так. От меня не уйдете. Козул. Мраз. Мраз. Думаешь, сможешь уйти? Наконец-то! Тварь, давайте заберем ножи. Ай, блин, упал он. Окей. О каких тут бочках речь идет, непонятно. Так, один хмырь. И два. Какого хрена меня заметили? Типа я так спрыгнул слишком громко. Так, он нас не видит. Думаешь, что ты в беде? Погоди, я еще не начал. Блин, и тот ходит. Лысый. Больше ей так не повезет. Ну давай, иди уже куда-нибудь, лысая мразь. Это кто такая? Вспоминай учение. Ты все можешь. На, мразь. Гнида такая. Ну а теперь мы прикончим этого ублюдка. Наконец-то. Да, когда колесо отвалилось из экипажа, кого-то вытащили. Сказали, голову ударил. Они зачем-то отправились с ним в церковь. Ну-ка. А тут что у нас? Тут у нас уже более крупная дичь. Давай, иди сюда, я тебя прибью. Мне все по плечу. Вот так хорошо, так хорошо. Давай базарить. Да, из экипажа кого-то вытащили. Пьяного в стельку. Направились на церковный двор. Видать, он хотел поспать в тихом месте. Ага, и осталось последнее, да? Тревога! Предводительница грачей в этом районе! Так, тут уже где-то в саду. О, да тут их дохренища, ребят. Этих идиотов, надо по одному убивать их. Ага. Так, сейчас обойдем. Oh.
А, так он один тут. Мы не в лучшей форме. А, у нас посетитель. Есть, успели. Начали. Нет, не успели. Я ее бегать, не знаю, не успели мы. Надо валить сейчас. Здесь меня вы точно не достанете. О, в окно нельзя залезть. Жаль. В окно было бы неплохо. Давай вот сюда вот. Вперед! Черт! Точка подхода я видел, где, конечно же. Так, один упырь там. Слазь ты! Ты будешь проклинать день нашей встречи. Ай, блин, дерьмово, а. Что за говно всегда такое происходит, а? Так, валим. Не понимаю, как... Почему не получилось убить его? Ту мразь. Чертов ублюдок. Чертов ублюдок, чтоб ты сдох! Да вот же она! Теперь за Генри. Я сейчас подойду и задам тебе. Могу поклясться, что запирал их. Они же были закрыты. Видно, опять эти чертовы сорванцы. Ей сюда нельзя. А теперь можно. Вот так вот. Вот так вот. Приходит в себя? Не знаю. Мы хорошо его шарахнули. Он вряд ли быстро очнется. Генри. Надеюсь, он не тронулся умом. Так, что у нас есть? Галлюциногенные дротики. Если дротиком вот так сделать. Нет, они не будут бить себя. Это ассасин. Он мог сбежать, а вы, небось, хотите его допросить? Надо у себя бы оставили. Нет, нифига. Нет, он не пойдет сюда.
Вот этого хмыря убить. Так. Хорошо. Так. Бежим. Сейчас убегаем. Вот. Хорошо. Так, слушай, ебать, потиху. Так, они пошли. Теперь надо их как-то выманивать по одному. Давайте догоним. И убьем. Так, хорошо. Ой, вообще замечательно-то как, а? Очень-очень хорошо. Все, тут больше никого нет, я тебя спасу. Только вот как ты угодил? Они отправили кого-то перепрятать планы. У вас их нет? Вы ранены? Нет. Идем. Как ты мог угодить в такую жопу, я не понимаю. Что насчет планов? Утеряны. Иви, мне так жаль. Думайте о том, как нам сбежать. Мы уже почти сбежали. Бежим, бежим, куда бежать, дурак? Стоит, передыхает, прикиньте. Ты дурак, что ли? Зачем ты с ними справляешься? Я не буду с ними биться. Давайте им кинем. Пошли! Он дурак! Походу, он дурак. Убейте! Как их всех убить? Их слишком много. Да пошел ты в баню, я не буду с тобой биться. Наверху стрелки! Сейчас сдохну. Да и ты сдохнешь. Ой, как хорошо. Давайте сверху будем их убивать. Вот так вот. Правда, он сейчас сдохнет. Конечно, погиб. Давайте купим, чтоб легче нам было. Так, навыков сейчас попрокачиваем с вами. Больше не... Не, нам это сейчас не надо. Тоже нет. Вот атака сейчас сама то. Так, экосистема. Так, давай автоматом. Метательные ножи. Тоже давай. Побольше, чтоб носить, побольше-то. Так. Вот это. Так, все. Все, что мы могли купить, купили. Снаряжение. Снаряжение. Давайте оружие купим. Требуется уровень... Блин, нам не хватает. Нам 7-го уровня не хватает. Ну пофиг, давайте купим его.
А, точнее, блин, что купим-то? Блин, что бы купить такое, чтобы нормальное было? Смертность. Давай вот это покупаем. Так, это купили. Так. О! Вот это надо было покупать. Ёшкинки, да это еще мощнее. Ладно. Давайте вот это уже купим. Подождите, сколько это стоит? Так, хорошо, это не то. Все, покупаем. Все, купили. Так, отлично. Огнестрельное оружие. Так, накидки, костюмы. Это все пофиг. Все, бежим дальше. Утеряны. Фиви, мне так жаль. Думайте о том, как нам сбежать. Так, давайте испытуем, насколько хорош нож. О, нож реально хорош, вроде бы. Посмотрим. Что-то он какой-то слабый вообще. Что это? Почему он не бьется нормально? Насколько можно быть таким слабым? Идиотизм. Наверху стрелки. Пошли наверху стрелки. Ладно. Все хорошо? Да, давай найдем. Давайте пойдем справимся с этой дурой. Где она стреляет? Идиотка это. Не вижу я. Так. Тихо, идиот, не стреляй. Я тебе разрешал стрелять. Все готово. Что, укокошили? Так. По заслугам тебе. Я не знаю, что он не бежит. Одной проблемой меньше. Так, с этим справились. Дальше что? Давай, беги дальше. Покажитесь, мисс Найтингейл. А мне надо найти хранилище раньше Старика. Поговорим с Махараджей. Нет, к Махараджи пойду я, а вам осмотрят голову. Извините, похоже, я разрушил ваши планы. В поезде вам ничто не грозит. Вам не войти во дворец, даже если вы найдете это хранилище. Я буду не одна. До встречи в поезде, мистер Грин. Пипец, какое-то задание сложное было. Это какой-то ад, блин. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Виолент. До скорых встреч. Всем пока.